Дружелюбный нрав, общительность и смышленность делают щеглов прекрасными домашними любимцами. Щеглы гораздо более приспособлены к российскому климату, чем канарейки и попугаи, и прекрасно чувствуют себя в условиях домашнего содержания. Они легко приручаются, с удовольствием контактируют с человеком и считаются жизнерадостными подвижными птицами. Щеглы из дикой природы не подходят для содержания в квартире. Приобретать птиц нужно у заводчиков. Клетка щегла должна быть просторной, около 50 см в длину. Расстояние между прутьями не должно превышать 1,5 см. Клетку для щегла нужно всегда поддерживать в чистоте. Вода для купания и питья ежедневно должна заменяться на чистую. Основа ежедневного рациона щеглов – зерновая смесь, но в рацион также добавляются некоторые растения, овощи и личинки насекомых. Редкие и эффектные щеглы – очень популярные экзотические питомцы. Задавайте свои вопросы в комментариях и до скорой встречи на канале Хвост Ньюс. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.